Друзья, всем доброе утречко. 7 сентября 2024 года. Витязева, юга, Краснодарский край. А у нас 7-й день челленджа «Сбрось вес». Идем, иду на пробежечку в отличном расположении духа. Несмотря на пасмурную погоду, все отлично, будем покорять новые рубежи. Ну что, друзья, вперед на пробежечку, на фоне девушек, запечатлеть себя. Если челлендж пройдет удачно, то тогда уже можно будет с ними знакомиться. Пока нет. Вперед, пробежечка. Друзья, обратно бежать против ветра и по песку — это какое-то особое испытание. Колоссальное сопротивление ветра и песка. А вы попробуйте. Фу, ребята, это какой-то пипец. Против ветра бежать. Фу. Сейчас немного разминки и плавания. Друзья, ну что, заплыв сделал. Хорошо проплыл. Обратно, конечно, только волны. Но в целом заплывчик длительный, продуктивный. Водичка 24 градуса. Единственное, выходить не то, что прохладно, а даже холодновато. Холодновато выходить. Ну, посмотрю сейчас по погоде. Посмотрите, тучки какие ходят. Может быть, еще заплыв сделаю. Друзья, челлендж «Сбрось вес» продолжается. 7-й день. Завтрак, стакан воды, кружка зеленого чая без сахара, огурчик, бутерброд со шпротами. Ну, добавляю, что шпроты, я уже, банка была открыта до челленджа, доедаю, и все, больше калорийные шпроты не ем. Кашечка овсяная и яблочко, груша. Правильный завтрак. Берите пример. Друзья, 7-й день челленджа. Это мой обед. Стаканчик воды, чай зеленый без сахара, яичко, бутерброд с сыром без масла. И вот остался со вчера. Бедрышко одно, салат, помидоры, огурцы, помидоры красные, желтые, огурцы, перец болгарский. Вот такой обедик у меня. Но, честно говоря, уже хожу, ловлю запахи. То кукуруза, то шашлык манит запахи. Но надо держаться, держаться. Челлендж идет.